приехали в место, которое называется Ла Вароне. И здесь есть небольшой пляж и озеро. Будем отдыхать. Зеленое озеро, зеленые зонтики, красиво очень, а там желтое здание вдалеке, пейзаж замечательный. Сань, ты доволен? Ты доволен, Санька? Привет! Мы в банке. Баубу? Что? Regarde ta maman là. Regarde ta maman chérie. Ah non, debout c'est interdit. Non non non, c'est interdit. C'est interdit chérie. Катились на барке по озеру и сейчас в кафешке попьем, выпьем что-нибудь охладительного и, наверное, возьмем маленький поезд, прокатимся. Все так ухожено, посмотрите. Из старой лодки сделан такой красивый такой дендрариум. Много кафе. Все балкончики усажены цветами также. Очень красиво. Можно взять транзат, лежак. Тут, наверное, частный пляж. Заплатить и наслаждаться солнышком и видом на озеро. Или выпить кофейку сприца. Оригинально они делают. Конечно, подставки для цветов. Thank you.
Как высоко! Алло! Ля-ля, как мы высоко! Страшно, Саш! Ой-ой-ой-ой-ой! Смотрите, крепость какая! Ля-ля, тян... какая красота, Саш! Все, мы приехали. Вот такой замечательный тур на маленьком поезде. Конечная остановка. Тук-тук-тук. Тю-тю. Mm-hmm.